Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет. Доброе утро. А мы нашего котика везем в клинику. Будут его оперировать, кастрировать. В общем, мы уже не выдерживаем этого кота. Он уже сходит с ума. Вот. Он нам все ломает. Кричит по ночам. Вот в этот домик сейчас его загрузим. Бонькин. Давай, поехали. Это уже просто невозможно терпеть. У нас нет, сколько сейчас время? Нас записали на 9 часов утра. Сейчас ему чики-чики сделают. И будет нормальный, спокойный кот. Мы его со вчерашнего дня не кормили. Нам сказали не кормить. Ну, то есть вечером мы не кормили. Всю ночь он голодный. Всю ночь он кричал. Все, загрузили. Сейчас будет орать. Сисон до спортас. Чао, Бонни. Все, пока, Бонечка. Привезем котика. На всякий случай возьмем полотенце. Скажи, куда забираете? Все, поехал Филиппочек. Ужас. Такой сильный дождь. Аж ничего не видно. Но Филька себя ведет спокойно. Приехали, Филя. Эй. Там что-то. Ну, он не кричит, он сидит спокойно, ворочается, крутится. Все, Филиппочек, поехали. Все, вон там наш Филиппочек. 30 минут и готово. Сказали через 30 минут подойти. Все, наш котик готов. И он даже уже не спит. Угу. А, ютан выявис. Его уже разбудили, он уже не спит. Я думала, он будет спать, а его, оказывается, разбудили. Он уже нормально. Как привезли, так и увезли его. Все, готов. 30 минут. И Филюшечка наш готов. Вот он тут уже ковыряется, выйти хочет. Подожди, подожди, домой приедем. Но. Но, айкибер. Так, все, ему еще сделали одну прививочку. И через 2-3 недели нужно еще одну прививку сделать. Раньше, конечно, не так. Я помню, у меня был котик. Тоже кастрировали, привезли мы его домой, он был спящий, там еще полдня спал, еле как ходил, а тут все, вылез как новенький, как будто бы ему ничего не сделали, как будто бы и наркоза не было. В общем, его усыпили, прооперировали, и потом вкололи что-то, чтобы он проснулся, и все, как будто бы ничего и не делали. Кто дома? Нет, он уже проснулся. Сейчас как будет, а? Его разбудили уже. Опа, все. Как новенький, Бонечка. Новенький Филипп пришел. Все нормально. Прооперировали. Все, 30 минут и все готово, смотри. Я думала, будет он спать. Он сам не понял, что случится, Рибоня нюхает. Смотри, как он дышит. Что такое, Филя? Филь, тебе плохо, что ли? Что ты делаешь? Стоянку для машин? А что ты делаешь? Я гонку. Я уже загрузила влог, кстати, с нашей поездки. Вот, тут читаю ваши комментарии. Я думаю, сейчас завтракать будем, они тут сели. А, Макс? Будем завтракать? Нет, сейчас будем завтракать. Что ты делаешь? Постельку заправляешь? Молодец. Нет. Нет? Тебе помочь? Что, как тебе? Понравилось наше путешествие? А? Что тебе больше всего понравилось? Расскажи. Что тебе понравилось? Гулять? Еда понравилась? Да. Да? Спросила у нее, что тебе не понравилось. Она говорит, что... как же она сказала? Много всего поломанного.
Ну, то, что дороги там вот не как здесь у нас, везде ремонтируется все. В некоторых местах там где-то в домах нет окон. Вот. А так, в принципе, ей все понравилось. Ну, где отдыхаешь на каникулах, всегда везде хорошо. Когда у тебя каникулы, не нужно идти в школу, да? Хоть где бы отдыхала, лишь бы не идти в школу. Вот, поэтому хорошо отдохнули 2 недельки. Я немножко так поснимала. Потому что... Ой, тут комар летает опять. Откуда эти комары? В общем, поснимала такой небольшой вам влог, самые интересные моменты. Те, кто нас в городе встречали, нас узнавали, вот, фотографировались с подписчиками. Поэтому было очень приятно, конечно, что нас узнавали. Вот, ну, надеемся, мы не последний раз поехали туда, еще раз приедем на каникулы, да? Может быть, на следующий год. Может быть, в следующий раз Ксюша захочет или Макс. Макс сказал, он посмотрел, я ему показала видео, что мы кормили белочек. И он сказал, что тоже хочет поехать. У меня еще раз приду. Ты еще раз поедешь? Да. Каролина точно поедет, а там уже посмотрим. Вот. Так что, видите, у меня уже припухлость сошла. Еще немножко болит, у меня там швы, очень много швов. Было у меня сложное удаление зуба. Зуб не вот так стоял ровно, он лежал. Поэтому его было очень сложно достать, там швы накладывали. Но уже сейчас, получается, прошла неделя. И еще болит, конечно, но уже припухлости нет. Давай, если там... Мне кажется, вот эти штаны грязные, потому что ты в них там была. Давай, я их буду стирать. Давай. Смотри то, что у тебя грязное, и в стирку. Окей? Да я покажу хоть твои волосы нормально на свету. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. В общем, вот так вот ее покрасили. Убрали желтизну, которая у нее была, и вот сделали, как бы так вот обесцветили. Ну, здесь еще... как сказать, оттеночный еще здесь этот, краска оттеночная, поэтому она все еще сойдет и будет немножко другого цвета. Так, ладно, все, давайте будем завтракать. Дождик закончился, утром очень сильно поливало, посмотрите, у нас уже все желтеет. Наш кустик такого красного, бордового цвета. Давайте закругляйтесь, Лео. А кумир? Я еще не разобрала один чемодан, остался. Че он там? Лежит мой маленький мальчик. И там ничего обрабатывать не нужно, там все нормально. Да. Новый у нас Филька теперь. Он пришел, она его давай нюхать. Да? Филипушечка новенький у нас. Будет набирать вес, подрастет еще даже. А так он весит у нас 8800, почти 9 килограмм он весит. И сделали ему еще прививку. Что у тебя рот открыт, Филёш? Должен быть спокойненький, более ласковый. Не знаю, посмотрим. Наконец-то пришла посылка. Наши таблеточки любимые. Целых 12 баночек. Потому что я взяла по акции. Покупаешь 7, и 5 тебе дают бесплатно. Поэтому это очень выгодно. И мы сразу взяли. Я тут понаделала буковки на баночку. Буковки вот А, Макс, это Каролина. Нет у меня такой ручки. Она стирается, кстати. Я написала один раз ручкой. Она из-за того, что трогаешь пальцами, она стирается. Поэтому я нацарапала ножиком. В общем, чтобы не запутался никто своими баночками. Это у нас остается, получается, на второй курс. На следующий. Ой, это бабули достали. Тихо, Макс. Бабули достали. Ходунки. Сейчас пойдем погуляем. В прошлом году мы ездили, тыквы смотрели на выставку. В этом году посмотрим что-то другое там интересное. Лео тут камеру подготавливает. Ну вот. Вышли погулять, пошел дождь. Там может быть тоже быть дождь. Вы развернемся, домой поедем. Да? Маргоша дома уроки делает. Уроки делает. А что она делает? Ну, у нее там были уроки.
Думаешь, ты думаешь, она в телефоне сидит? Да. А ты не сидела? Когда? Когда уроки делала. Привет. Да, приехали на место, идет дождь. И по прогнозу примерно... Тихо записываю. Примерно по прогнозу говорят, что через час дождь закончится. Поэтому мы здесь сидим, подождем до 4. Вообще машин много. Людям вообще не важно, дождь, не дождь, все идут. С зонтиками в куртках. А у нас зонтиков нет, поэтому мы подождем. Все, дождик закончился. Ксюша осталась в машине. Ей холодно, она куртку с собой не взяла. Мы домой? Бабуля идет. Голову такая вверх. Мам, вы это завязали? А я не знаю, кто это, почему глаза завязаны. Да, тут персонажи какие-то, в общем, мультяшные или сказочные. Это козочки или козлы, нет. Да, тут кролики сидят, вон какие большие. Такой вот большой. Этот особенно, да, смотри какой. Мира, это Эльза. Кара, Мира. Макс, ты не хочешь с Эльзой? Нет. Нет? А это Пеппи длинный чулок, я так понимаю. Ку-ку. А это... Челка. Это кто, непонятно тоже. Берта Бенц. А вот и три победительницы. По-моему, в прошлом году было меньше. Сейчас посмотрим. Так, сколько тут килограмм? 639. А здесь 675. И здесь 483. А тут уже, видите, вырезают именно. Прикольно. Такого не было. Тут курочки пасутся. Много их тут. Вон еще. Курочки, курочки. Все, бабушку на буксире везут, она устала. Холодно, да? Ветер такой холодный подул. Мы поехали домой, и вышло солнышко. Да? Макс, тебя сегодня нужно постричь срочно. Смотри. Пока меня не было, как ты оброс. Купили хлебушек. И... Фондю. Да. Будем кушать фондю. Все, я растапливаю сыр. Сейчас нарежу хлебушек квадратиками. И будем нарезать. Нам же нужно будет подогреваться. Так, что такое там? А? Что вы деретесь? Опа, она. Шалбаны ставите. Ты ему шалбан ставишь? Нужно еще один удлинитель. Мы на свечку делаем. На свечку? Почему там машина гоняет сама по себе? Не знаю. Выключи. Ксения, просто... Почему ты зубочистка ешь? Круто. Что тут такое? Опа-на! Бонни, ну-ка, это что такое? Бонни, ко мне. Бонни, ко мне. Иди сюда. Бонни. Бонни, ну-ка, быстрее. Пройди. Ишь ты какая. Давай, иди туда. Туда иди. Туда иди. Давай, давай, давай. Иди. Все, спать. Каролина, школа. Завтра школа. Макс, игрушку. Макс,
Игрушку клади туда, чтоб не упала. Какую? Любую. Мама, шкаф закрывай. Завтра я рано хочу встать. Ты сначала рано ляжешь спать, а потом хорошо. Рано встанешь. Рано, 6. Ложись. 6. Все. 6. Спать. 6. Ага, сейчас прям в 6 она встанет. В 7 часов еле как встает. Да, Бонечка? Еле как в 7 часов встает. Она хочет в 6. Ты? Так, сейчас я тут на кухню уберу. Пока меня не было, пока не разрослись. Один совсем расти не хочет. Видите, он стоял 2 недели в воде, даже не треснул. Вот эти вон какие уже. Я их сгибаю, пока они такие вот мягкие. Чтобы не только вверх росли. Вот у него тут еще один вырос. Прямой.